Рептилия – представитель расы Зауриан, человекоподобных разумных ящеров. Его родной мир Затерра был захвачен Шаоканом, а большинство представителей его расы были уничтожены. В бою рептилия полагается на свои животные инстинкты. Он обладает обонянием, осязанием и слухом намного острее человеческого, что делает его отличным шпионом и помогает ему выполнить работу убийцы. Наподобие хамелеонов, рептилия может сливаться с окружающей средой и становиться практически невидимым. Также рептилия особо не нуждается в оружии. Он в состоянии эффективно использовать свои природные особенности в этом качестве. Например, вместо слюны у рептилии кислота, которой он может плеваться в противника. Предлагаю вашему вниманию все победы и поражения этого ящера. Впервые рептилия появляется в фильме «Смертельная битва» 95 года, где выглядит как большая ящерица, похожая на динозавра, который умеет менять цвет и становится почти невидимой. Он превращается в ниндзя для боя с Люканом, однако сам поединок рептилия проигрывает. В фильме «Смертельная битва истребления» 97 года появляется сразу три рептилий, двое из которых нападают на Рейдена. Однако, несмотря на численное преимущество, они проигрывают эту схватку. Далее в сериале «Смертельная битва. Завоевание» 98 года рептилии появляются в нескольких эпизодах. Сначала один ящер побеждает в поединке один на один с Сиро. Затем он же проигрывает двум девушкам, Кэрри и Анка, которые вовремя подоспели на помощь Сира. Одна из девушек ломает рептилии шею. Отличная работа, спасибо. Далее пара женских особей рептилий проигрывает схватку Кунг Лао. Кунлао. В мультфильме «Легенды смертельной битвы. Месть Скорпиона» 2020 года рептилия вступает в схватку с Соней, которая в конечном счете обезглавливает ящера.
как мужчина! Ладно, скотина, покажи, что ты можешь. Выебнулся на Блейд. Будешь порезан. В фильме перезапуске Mortal Kombat 2021 года рептилия в виде огромного ящера нападает на Соню, Коула и Кана. После продолжительной схватки Кана вырывает ему сердце. Ты попала в него? Кажется, задела. Да. Ты цела? Цела. Вот. Победил. Ты ж моя радость.